Это может быть 200-й уже. Известный адвокат и правозащитник из США. Сейчас мы поедем на мою вторую работу. Каждое утро, в воскресенье, я собираю замерзших американских бомжей. В старом Бруклине бомжей не обнаружено. Скорее всего, мы найдем их в даунтауне. Надеюсь, мороз не такой сильный, чтобы были 200-е. Американских городов, если вы удивляетесь тому, почему я приезжаю в центр в воскресенье утром. В центре американских городов здесь кипит, бурлит деловая жизнь в течение недели. Ну а в выходные все богатые, сытые и белые люди разъезжаются по окраинам, а в центре остаются бомжи. Задача нашей организации – предоставить бомжам адвокатские услуги. You need a lawyer? You need a lawyer? Hey, Olodin. Lawyer? No, sir. I already got... I'm pretty much situated. You all said. Okay. Это может быть 200-й уже. Здесь у нас находится все необходимое оборудование. В том случае, если мы находим 200-х, 300-х, мы сразу же доставляем их сюда. И в соответствии с кондицией, в которой они находятся, мы либо их разбираем на запчасти, либо спасаем им жизнь еще на какое-то время. До следующей холодной ночи. You need a lawyer? No. No lawyer? No lawyer.
ж, вот я тарабанил свою смену утреннюю. 200-х у нас нет, повезло, ребята. Поэтому что я вам хочу сказать? У некоторых у вас мог возникнуть закономерный вопрос, почему этот адвокат не вытаскивает из кармана кошелек и просто не раздает деньги этим несчастным, а просто задает им вопрос. Ну что ж, а вы почему не хотите помочь этим несчастным? Там под видео есть ссылка на Donation Alerts. Я с удовольствием передам ваши пожелания и деньги всем несчастным нашего города. Да благословит вас Господь. Оставайтесь с нами. Лайки и комменты туда. New beds. Yeah, so instead of climbing up a ladder to get into a bed, one of our residents who would be on a top bunk goes up 4 steps with a handrail. It's much more accessible. And it will restore the men's dignity with private compartments and high quality materials.